Всем привет! Вы на канале Игра Кваша. Сегодня мы с вами поиграем в зомби-цунами. Ну что ж, смотрите, какой у нас зомбик симпатичный. Ужасно симпатичный просто. Ну что ж, нажимаем играть. И вот наш зомбик, смотрите. Ага, тут поймайте прохожего. О, я его не поймала, ну жалко. Вот так мы можем прыгать. Сейчас мы поймаем этого. Кричат, help, help, помогите. А нифига мы вам не поможем. Мы сейчас наоборот. Тут нужно, смотрите, 4 зомбика для того, чтобы перевернуть машину. Но у нас пока 2 вот таких ужасно симпатичных. Так, нажмите и удерживайте для длинного прыжка. Угу. Поймайте прохожих. Ловим, ловим прохожих. Их уже 2. Ох, 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 какие же злобные. А, смотрите, у нас 4 зомбика. Теперь мы можем перевернуть машину. Да, давай, 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 старайся. А, нет, что ж такое? Я взяла... Смотрите на счетчик. Я взяла, знаете что, и просто перепрыгнула. Сейчас мы попробуем. Вот так вот, смотрите, и нас. То есть, чем больше тут будет зомбиков, тем лучше. Что это за вопросик? А вопросик это у нас что? Ой, какой страшилище. Замечательно, теперь вы можете разрушать все подряд. Давайте все подряд сейчас будем разрушать, что только есть на нашем пути. Ой, только тут бомбы. Ничего страшного. Смотрите, нам и бомба не помеха. И вот наши... Людишки кричат. Ух ты, даже вертолеты, посмотрите. Людишки наши. Так, а тут надо 16, а у нас всего лишь... Не, все равно, смотрите, самолет нам тоже... Собираем монетки. Молодцы, перфект. И вот какая толпа зомбаков. Ужас, я бы испугалась. Сейчас весь город поглотят. Ой, а что такое, почему? Заново начинаем? Ну, запрыгивайте на крышу автомобиля. Теперь нужно собирать тут монетки, да? Ой, ты где тут? Так, машину перепрыгиваем. Давай. Оба, есть, один есть. Теперь у нас команда больше. Мы перепрыгиваем. Help, help. Светофор идет. Ой, упали наши зомби. Вот так вот можно упасть. Угу. Ну что ж, пройдите 3 игры, осталось 2. Съешьте 10 человек, 8 осталось. Запрыгните на крышу машину. Дешевое вино. Давайте возьмем, посмотрим, что это за дешевое вино. У нас прыгайте 2 секунды. А, мы прыгаем 2 секунды, окей. Так, смотрите, какие тут мозги. Пока ничего не понимаю, ну ладно, играть снова. Так, а что у нас тут за задача есть? А, ну, ладно. Играем снова нашего зомбачка. Глаза сумасшедшие, это кошмар какой-то. Где же кто? А там на крыше еще такие же. Друзья, товарищи, ну что, жри давай, быстрее жрай этого. Да, мы сейчас с тобой всех сожрем. Надо сейчас пробовать еще больше жрать. Так, есть 3. Ух ты! Ой! Какие преграды тут появляются! Ничего себе, вы видели? Так, кто еще не подписан на канал Игра Кваш? Ну, я жду вашей подписки, ребятки. Так, есть. А, тут можно уже было машину перевернуть. Ну что же, я так. Бомбы! Наших зомбаков осталось не так. Полетели, пляж какой-то. Так, все, наш пляж. Бомбу мы не берем. Людишки. О, сейчас нас будет больше, смотрите. Точно больше? Прыгаем, съешьте 10 человек. Мы же вроде бы... Сколько мы их съели? Ой, вопрос. Что у нас тут? Баллон. Итак, мы, смотрите, мы летим. Так, есть. Но мы должны на ходу, мало того, что летим, мы должны сжирать всех. У нас тут не получится. Бомбу не надо сжирать. Ну вот, сейчас останешься один опять. Так интересно. Интересно, когда цунами будет. О, прыгай, сжирай. Давай, не получилось людишку сожрать. Ладно. Сейчас еще. Какой-то вопросик опять появляется. Ай! Хорошо. Ой, один остался. 16 надо зомбаков для того, чтобы... Давай съедай, что ж ты... Ну, уже он... Смотри, потемнело. Ой. Так, ну монетки нам надо собирать все-таки. Все. Не дошла. Ну, ничего страшного. Я сейчас еще буду пробовать и пробовать. Так, съешьте 10 человек. Прыгайте 2 секунды, пройдите 3 игры. Дешевое вино берем. Дешевое вино берем. А зачем? Я не могу понять это вино пока нам... А, ладно, окей. Так, итак, у нас, смотрите, получены монеты 69. И вот сколько у нас тут мозгов уже. Это съеденные наши люди, я так понимаю, да? Магазин, а что тут можно вообще взять? Добро пожаловать в магазин. Здесь вы можете купить бустеры, обновленные версии или пропустить тяжелые задачи. Лотерейный билет есть 1000. А что тут такое? Шляпы и виды. Персонализуйте своих зомби с помощью шляп. Они вам понадобятся для выполнения некоторых задач. Так, ну пока нам это рано. У нас всего лишь там 69 монет. Так что мы ползем дальше. Так, ты такой у нас симпатичный стал, теперь другой. Тут была, наверное, девочка, потому что была в розовой кофте. Я тут уже
Мальчуган, собирай, собирай монеты, нам нужны. Нужно есть, жрать людей побольше, потому что нам нужны с тобой зомбачки новые. Еще. То есть, если мы не перегрели машину, жри, жри, давай. Ау! Ауч! Так, монеты съедаем. Так, вот такая вот интересная игра, и симпатичные наши, ужасно симпатичные, кровавые, хотя тут крови нету, но зомбаки, давай, ешь, ешь, либо ешь. Ой, бомба нам не нужна совершенно, нам нужно сейчас, так, 4 уже нас. А-а-а! Ты смотри, а, что это такое? Ну, опять упали. Ладно, ничего страшного, 85 монет, пройдите 3 игры. Так, ну что ж мы никак не дешевое вино берем. Так, и... Вот, смотрите, ух ты, вы разблокировали шляпу, да ты что, окей. Мы разблокировали, токсичный бот, вода с крана, токсическая вода с крана, а, ага, хорошо, получите 4, ты бонус осталось. Так, окей, играть снова, задача магазин новая. А, у нас вообще-то, смотрите, полученные монеты 72, а вообще 357, угу. Это что такое, вот это? Новые версии. Снимайте блокировку с новых версий для большой эффективности и успешного выполнения задач. Обязательно попробуйте новую версию Gigants. Хорошо, ладно. Это что такое? Это бриллианты. Ладно, мне сейчас интересно все-таки играть и получать новые... Вот, смотрите, вот точно девочка, то был мальчик. Давай, 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 прыгай. Ты такая неуклюжая, а? Мальчик, кто быстрее прыгает? Видите, девочка немножко по-другому. Давай, прыгай, жри, жри подружку. Чтобы у тебя другая была. Так, вот у нас две подружки уже такие вот, смотрите, девчонки. Девчонки, зомбачонки, во! Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Вперед, давай, 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 давай. Молодец, так, у нас пока трое машин. О, сейчас будет четверо. И мы уже... А, нет, 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 только не взрывайтесь, ребятки, вы мне очень дорогие. Давай еще жри, жри, да что ж ты делаешь? Мусорный бак, пляж. А что нам даешь пляж? Монетки, 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 собираем, собираем. Нас же много, собирайте побольше монеток. Так, вот где, ребята? А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар. Повзрывались. Конечно, вопрос, что у нас теперь? Что это такое? О, мы гигантами стали опять, и мы съедаем все подряд. Нам уже все нипочем. Вот такой вот я люблю. А так, вот бум-бум. Так, а что ж ты не перевернул-то? Ну, надо переворачивать все. Нам все нипочем, все-все-все. Так что, жираем все монеты, все подряд, отлично, вот такие мы гиганты. О, смотрите, сколько нас много. Так, ну давайте, давайте, съедайте побольше. Help, еще, сжирайте всех подряд, да, мусорные баки тоже можно. Ой, вот тут вот вечно какие-то, на-на-на-на-на, сколько же нас доползет. Смотрите, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в этот раз у меня получилось, я вам скажу, получше, вон какие зомбачки, видите, прыгают с кустов. Смотрите, очки 11, отлично, полученные монеты 130. И теперь давайте посмотрим задачу. Получить 4, 103, что-то ничего не получается. Токсическая вода тоже. Магазин новая. Да, у меня еще пока очень мало очков для того, чтобы даже пойти в магазин. Ну что ж, давай, о, какой ты смешной. Какой-то новый чувачок. Фиолетовые кофточки, давай, собирай побольше монет, мне они очень нужны. И жри побольше людей. Так, ну что ж, я от вас, мои дорогие зрители, жду подписки. Ну и, конечно же, лайки, если вам нравится наша зомби. Вообще игра интересная, такая симпатичная. Ну что ж, давай-давай-давай-давай. Прыгайте через машину, тут девочка появилась. Подружка. Ты жену себе нашел, вот теперь еще друг. Ой, ну две девочки остались, мальчик наш. К сожалению, провалился. Ну что, ай, бомба, прыгаем. Прыгаем, еще бомба, ава, есть, давай, еще, 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 есть, так. Смотрите, девочки с такими розовыми глазами, видите, а мальчики, так, ну что ж, мы сейчас не доползем с этими. Ой, зачем я туда подпрыгнула, ай-яй-яй. А, есть, мальчики все-таки выжили. Тут у нас, смотрите, вопрос, и что у нас, цунами, ура, вот дождалась я наконец-таки зомби-цунами. Это ж просто круто. Просто круто, смотрите. Ну, нам, давай, 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 давай. Чего ж у нас волна-то не прыгает вверх? Странно как-то. То есть мы ползем, но... А, все, как-то какой-то цунами не очень получился, не знаю. Может, у кого-то получше было. Все, прыгнули мы не туда, куда надо.
Лос-Анджелес. Добрались до Лос-Анджелеса. И мы получаем очки 7. Маловато. Монеток 555. Так, пойдем задачи посмотрим. Ничего нового у нас нету. В магазине тоже мы ничего не покупаем. Ну что ж, идем дальше. Вот такой вот зеленоглазый у нас красавец появился. О, смотрите, он как жрет на крыше прям. Прям съедает. Это ужас какой-то. Так, ну давай. Help! Нифига, мы тебе не поможем, мы наоборот тебя съедим. Что ж ты думал-то? Вот как-то вот в этой игре никого не жалко, потому что это всего лишь игра. И вообще такая симпатичная игра. Так, у нас только... А, да, уже можем машину, да? Но машина вот нам как раз не попадается. Так, тихо. Автобусы тоже пока не свалили. Давай, нам нужны люди, нам нужны. Какие они все... Опа, какие они все симпатичные тут. Голубоглазые, зеленоглазые красавцы. Ну, вопрос. И что у нас теперь? Что это такое? Ух ты, смотрите, какие красавцы. Прям футболисты, да? Или что это, да? Ну, да, футбол получается, американские футболисты. Ава, есть. Ну, нам тут тоже нипочем пока у нас еще. Что это за вот эти вопросики такие? А, это мы тоже можем перевернуть. То есть у нас получается автобус мы тоже переворачиваем. А вот здесь вот опасность, ребята. Опасность везде нас присутствует. У нас осталось трое. Ай, двое даже. Ну давай, кто продержится? Нет. Ни одному не продержалась, к сожалению. О, так. О, переверните две машины, у меня уже был. Так, значит, берем токсическую воду с крана. Отлично. Соберите толпу из 8 зомби. Получите 4-й бонус, один остался. Где же этот бонус-то брать? Так, ниндзя. Ладно, смотрите, очков 9, монеток 604. Ну, конечно, тут можно играть до бесконечности. Игра вообще супер, я вам скажу. Она мне очень-очень понравилась. Советую в нее поиграть. Ну и, конечно же, подписаться на наш канал, кто еще не подписан. Так, help, кричал. Ага, ну мы уже привыкли, нам уже ничего не страшно. Сейчас еще один раз пройду. Посмотрим, сколько получу очков. Так, вот иди сюда. Отлично, давай, жри его. Так, бомба, нам не нужна. Какие красавцы, давай. Хочу, знаете что, хочу что-то еще. Ой, ну что ж такое, а, один вообще остался. Ты как вот это вот, так вот неосторожно. Друзики мои, куда же вы делись-то без меня? Я же вот такой вот самый сильный, получается, остался. Ну ничего. Ого, сейчас мы будем. И как раз бомбочка. Ох ты, ой, машина есть. Вопрос. Еще, что у нас? Ой, дракон! Вот это вот здорово! Дракон, это, конечно, бомба. Ага, ну сжирай. Нет, не получается. Не, только не на бомбу. Прыгайте 2 секунды. Раз, два. Съедай все монеты. А, какое драконище. Так, ну что, на пути никто не появляется, кроме монет. Что интересно. Ага, все? Все, мои дорогие. Вот и закончился наш дракон. Ну, смотрите, у меня сегодня в игре было очень много чего. И цунами, и... Давай, прыгай. И что хочешь тут было? Так, тут вопросики какие-то. Машины. Ай-яй-яй-яй-яй. О. Собираем. Ух ты, вот это вот интересно было. Тут на воздушном шаре. Да, мы сейчас всех тут. Смотрите, как прикольно получается. Ух ты. Ну, трое остались. Повзрывались все. Ну что ж. Я вам скажу, довольно-таки было интересно. Смотрите, сколько мы получили 4 бонуса. Собрали толпу из 8 зомби. И прыгали 2 секунды. Что ж, берем токсическую воду из крана. Ту-дум! И что у нас сейчас? У нас сейчас вы разблокировали новую версию ниндзя. Окей. Ну что ж, я буду с вами сейчас прощаться. На этом пока все. Следующую новую версию я сыграю в следующий раз. Если вам понравилась игра, подписывайтесь на наш канал Игрокваш. Ставьте лайки, если вам нравятся зомбачки. Ну и, конечно же, смотрите другие видео. Я с вами прощаюсь. Надеюсь увидеть на нашем канале снова. Всем пока-пока.